Добрый день, меня зовут Наталья, фамилия моя Вакула, мне 50 лет, я проживаю в городе Тюмень, огромной нашей России. И спустя, наверное, 33 года я вернулась к тому, что начала писать вновь картины, и сейчас стала работать в технике пастель. Хочу вам представить одну из моих работ, вернее, будет две. Эта работа посвящена моей внучке, которая родилась совсем недавно, ее семье. Вот. И вторая работа, она у меня выполнена тоже в технике пастель, и там изображены волшебные рыбки. Карпы кои, насколько я помню, так они называются. Они приносят удачу, счастье. Я хотела, чтобы в доме появилось и удача, и счастье, и как можно больше счастливых детей, и чтобы было все прекрасно на земле, был мир, покой.